Итак, в этом видео я хочу вам показать, как вяжется эта шапка. Я объясню схему вязания, вы поймете принцип вязания этой шапочки. Далее мы с вами начнем вязать. Я покажу все тонкости, все какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Дам от себя некоторые советы. Далее мы с вами поговорим о том, из какой пряжи лучше вязать такую шапку. И сделаем расчеты. То есть обязательно надо будет связать образец и сделать расчет для того, чтобы ваша шапка получилась по вашим размерам из вашей пряжи и вашим размерам спиц. То есть мне бы не хотелось, чтобы вы получили какую-то шапку на дюймовочку, либо наоборот танковый чехол. Поэтому в конце видео мы с вами обязательно все посчитаем. Итак, как вы видите, такая шапка вяжется поперечными рядами, вот такими клиньями, которые кверху сужаются и переходят вот в эту вот пимпочку. Вот суть этой шапки, вот такая вот схемка. То есть мы вяжем вот так поперек. Начинаем вот отсюда, потом возвращаемся, во втором ряду вяжем. Вот здесь у нас самое большое количество. У меня вот здесь 8 петель, да? Оставляем на пимпочку. Не довязываем до конца. То есть на 42 петле мы разворачиваемся и идем обратно вязать. Далее снова приходим вот сюда. Здесь уже у меня разница 4 петельки. Останавливаемся, разворачиваемся, вяжем следующий ряд. И так далее. То есть каждый раз мы не довязываем по 4 петли. Здесь у меня 8 не довязано, а здесь по 4. То есть, исходя из этой схемы и ваших расчетов, которые вы сделаете в конце вместе со мной, вы можете вычислить точно так же свою схемку. Схема вяжется из четного количества рядов. У меня здесь 12 рядов будет, то есть туда-сюда, туда-сюда, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 рядов всего. Вы можете сделать 10 рядов, 14, 8, исходя из ваших расчетов, исходя из толщины вашей пряжи. Итак, эту шапку я буду вязать из пряжи Vita Sapphire. Это у нас шерсть 45% и 55% акрил, 100 грамм, 250 метров. Так, если кому-то интересно, колор 15-26. Спицы я буду использовать 4 миллиметра и вязать я буду в 2 ниточки. В самом начале можно набрать петли на спицы классическим способом. Тогда вам придется последний ряд закрыть и сделать шов. Я же вам предлагаю связать эту шапку без шва. Я подготовила вот здесь уже бросовую ниточку, из которой мы вяжем цепочку воздушных петель. То есть петелек вот этих должно быть чуть больше, ну или столько же, сколько вам необходимо набрать петелек. Дальше что мы делаем? Берем вот эту цепочку. У нас с одной стороны здесь косички, с другой бугорки. Вот за эти бугорки мы сейчас будем делать набор. Сильно большой хвостик нам не понадобится. Я за бугорок завожу спицу и достаю петлю. Эти петли, которые мы сейчас набираем, мы считаем. То есть я набираю 50 петель. Вот таким вот образом цепочка будет эти петельки у нас держать. А потом в конце мы их просто сошьем трикотажным швом. Все, набираем столько, сколько необходимо. Итак, набор сделан. Теперь мы поворачиваем работу и вяжем первый ряд. Первый ряд у нас будут изнаночные петли. То есть первую петлю мы снимаем, провязываем весь ряд изнаночными. Это у нас будет макушка. Итак, довязали ряд до конца, поворачиваем работу и вяжем
лицевыми петлями, не довязывая этот ряд 8 петель. То есть здесь уже будет формироваться макушка. Все вяжем лицевыми 42 петли по моим расчетам. Итак, смотрите, мы не довязали 8 петель, остановились вот здесь. И если мы посмотрим на схему, то вот это место, да, мы сейчас вот здесь, и нам здесь надо развернуться и начать вязать обратно. Смотрите, что мы делаем. Разворачиваем работу, то есть вот эта вот часть, макушечка, она так и остается у нас не провязанной. Разворачиваем работу. Это у нас изнаночная петля. Мы вводим в нее спицу, переснимаем на правую спицу, закидываем ниточку вот так вот и сильно-сильно затягиваем, чтобы у нас вот эта петля получилась вот такой вот двойной. Вот, видите? Вот так вот должна выглядеть петля. И дальше вяжем этот ряд изнаночными до конца. Далее мы с вами разворачиваемся, начинаем вязать вот этот ряд. Довязали до 38 петли, то есть еще 4 петли не довязали вот до этого места. Здесь снова разворачиваемся, делаем точно такую же петлю, как я показала. Идем сюда. Тут повернулись, не довязываем еще 4 петли, то есть всего мы провяжем здесь 34 петли. Снова делаем поворотную петлю, вяжем вниз, не довязываем еще 4 петли, всего у нас тут будет 30 петелек. Снова провязали вниз, возвращаемся, не довязываем еще 4 петли, всего тут будет 26 петелек. Возвращаемся вот сюда и в этом месте встречаемся с вами. Вот смотрите, хочу вам показать, я провязала сейчас 38 петелек и не довязала 4 петельки. Вот посмотрите, их видно 2. 3, и вот она четвертая двойная. Вот так каждый раз у вас должно получиться, тогда когда вы будете разворачиваться. Все, я разворачиваюсь и здесь делаю точно так же разворотную петлю. Вот так вот ее сильно затягиваю, тут придерживаю, чтобы ниточка не ослабла, и вяжу в обратную сторону изнаночный ряд. Все, вам надо провязать все 12 рядов. Итак, смотрите, у нас получился вот такой вот клинышек, который сужается кверху, и сейчас мы будем этот ряд провязывать весь до конца. То есть мы сейчас будем вязать уже следующий ряд вот здесь вот, и пойдем все вот эти вот петельки, где у нас по 2, сейчас они будут попадаться нам на пути. Вот, поэтому этот ряд я провязываю вместе с вами. Он провязывается у нас лицевыми петлями. Я все петли показывать не буду. Сейчас встретимся около первой двойной петли. Итак, вот у нас двойная петля. Ее мы провязываем вместе вот так вот лицевой. То есть должна получиться там изнаночная петля, здесь лицевая. Все, следующие 3 петли вяжем до двойной петли. Здесь снова, главное там смотрите, чтобы у вас по 2 дольки, по 2 ниточки от петель попало в эту петлю. Вот так. Все, и таким образом мы с вами провязываем все петельки до самого конца.
Здесь мы тоже провязываем лицевые петли на макушке. И запомните, на макушке мы петли не меняем. То есть сейчас мы будем менять петельки. У нас будет сначала лицевая гладь, потом изнаночная гладь. А вот здесь на макушке мы петли не меняем. То есть если мы видим лицевые, провязываем лицевые. Если мы видим изнаночные, значит вяжем изнаночные. И теперь у нас следующий ряд. Этот ряд мы провязываем 8 петелек изнаночными, а остальные петли вяжем лицевые. То есть вот здесь мы должны поменять петельки в этом ряду. Мы изнаночными провязали 8 петель, дальше вяжем лицевые до конца. Итак, провязали этот ряд до конца лицевыми петлями, разворачиваем вязание, и видите, у нас здесь изнаночные петли надо вязать. Значит, то же самое, что мы проделывали сейчас с лицевыми петлями, точно так же мы вяжем изнаночные ряды. То есть мы провязываем сначала 42 петли, делаем разворот, затем 38, делаем разворот, затем 34 и так далее. То есть то же самое делаем, только на изнаночных петлях. Вот сейчас я вяжу изнаночный ряд, провяжу 42 петли и покажу вам, как вяжется поворотная петля. Все, вот я остановилась. И здесь мы поворачиваем вязание. И здесь у нас лицевая петля. То есть лицевую петлю я снимаю и ниточку завожу вперед. И вот так вот перетягиваю эту петлю. Видите, она тоже сюда перетянулась и стала двойная. Все, остальные петли мы провязываем лицевой. То есть я вам показала, как провязать изнаночные поворотные петли, лицевые поворотные петли. Вы теперь сможете самостоятельно связать все вот эти вот клинышки. Итак, моя шапка почти готова. Я провязала 10 вот таких вот сегментов. Ну, либо 5 вот двойных, да. То есть у нас раппорт-то из двух состоит. Когда будете делать свои расчеты, имейте в виду, что вот этих вот сегментов должно быть четное количество, потому что они у нас должны сойтись вот здесь вот правильно. Здесь изнаночная гладь, здесь лицевая гладь. Сейчас я буду делать трикотажный шов по открытым петлям и, скорее всего, для того, чтобы мне было удобнее, я сейчас распущу бросовую нить и подниму все вот эти вот петельки на спицу. Вот так вот я по одной петельке тут буду подхватывать и распускать бросовую ниточку. Лучше подхватывать сначала петельку, потом распускать цепочку, чтобы уже наверняка петельки никуда не ускользнули от вас. Итак, петельки подняты. Сейчас я оставляю ниточку подлиннее для того, чтобы у меня хватило ее закрыть этот шов. Примерно хотя бы 3 длины вот таких вот оставьте. И обрезаем нить. Теперь я ниточку вставляю в иглу и буду делать закрытие иголкой. Вернее, трикотажный шов. Итак, смотрите. Вот у нас петли на спицах. В каждую петлю мы должны пройти 2 раза. Вот в этой петельке я уже была, вот видите, зацепилась петелька здесь. И сейчас я иду с этой стороны, со стороны, вернее, вот этой спицы, я захожу как бы изнутри в эту петлю. Зашла и снимаю ее со спицы, раз она уже второй раз у меня. А вот в эту петельку я захожу снаружи. Мы смотрим, чтобы петля не была перевернута, и я захожу в нее с этой стороны туда внутрь. Вот теперь подтягиваем ниточку. Все, подтянулась у нас эта петелька. Дальше я иду вот к этой петле. Тоже так же у нас уже, вот видите, здесь проходила нить. Я захожу, получается, в эту петлю второй раз и снимаю ее со спицы.
подтянули. А в следующую петлю я захожу снаружи внутрь и ее со спицы пока не снимаю. То есть когда мы один раз прошли, оставляем ее на спице. Все, возвращаемся сюда, сняли эту петельку, зашли вот в эту петлю. Затянули все. Пошли в эту сторону. Сняли. Зашли в следующую петлю. Обратно возвращаемся. Сняли. Подтянули. Снова. То есть получается, иголка у нас, вот она, зашла в эту петельку и вышла из этой петельки. Так. И здесь точно так же. Зашла в эту петельку и вышла из этой петельки. Ничего сложного, все здесь просто, и все будет красиво без всяких швов. Итак, шапка закончена. Посмотрите, как выглядит шов. То есть его в принципе нет, и о нем мне подсказывает только вот эта вот ниточка. Сейчас я ее заправлю и, возможно, даже сама не найду потом, где был этот шов, где было соединение краев шапки. Вот такие две шапки у меня получились. Это у меня вязалась из трех нитей Alize Baby Wool. И она чуть-чуть больше получилась. Вот смотрите, совсем буквально. Вот. Ну и по ширине она немножко объемнее. Я ее вязала на спицах 5 номера, а эту на 4. Вот, потому что мне нужна была шапочка поменьше. Теперь я сейчас спрячу все эти хвостики, приведу шапки в порядок и, как и обещала, расскажу вам, как сделать расчеты. Итак, вот мои шапки, которые связаны у меня на разный размер, разными нитками. И, как вы видите, получились они у меня немного разные по длине. Конечно же, и по ширине тоже. Вот, чуть-чуть. Если мы возьмем линейку, то вот это у меня примерно 27 сантиметров, эта шапка примерно 30, может чуть побольше. Оранжевая шапка связана в 2 нити, пряжу я показывала в начале, эта шапка связана в 3 нити из пряжи Alize Baby Wool. И для того, чтобы нам определиться, во сколько нитей вязать, какими спицами, на какой размер, нам, конечно же, надо сначала сделать расчеты. И как я вам и обещала, сейчас мы с вами посчитаем. Я дам вам формулу, в которую вы просто подставите свои данные и сделаете расчет. И сейчас я прям как капитан очевидность скажу вам, что надо изначально связать образец и высчитать свою плотность вязания. То есть вы вяжете образец теми нитками, которыми вы будете вязать шапку, и теми спицами, которые вы выберете для вязания. Итак, моя плотность вязания 1,8 петли в 1 сантиметре. То есть имейте в виду, что вы измеряете, сколько петель в 10 сантиметрах, и должны разделить это количество на 10. Если, как у меня, образец у вас будет не очень высоким, то вот это количество мы высчитываем в 5 сантиметрах и делим на 5. То есть мы должны вычислить плотность вязания в 1 сантиметре. Рядов у меня получилось 2,4 ряда, также в 1 сантиметре. Дальше мы измеряем обхват головы ребенка. У моего 3-летнего ребенка это 50 сантиметров обхват головы. И раз уж я связала шапочку на 27 сантиметров на 3 года, тогда и 27 сантиметров высоту шапки возьмем. Высота шапки 27 сантиметров.
Для 3 лет вот я беру 27 сантиметров, на ребенка постарше на 9 лет я взяла 30 сантиметров высоту шапки. Теперь давайте посчитаем, сколько петель нам с вами нужно набрать. Итак, у нас 27 сантиметров высота шапки. Ряды мы вяжем вот так вот поперек, вы помните, да, я уже все показала вам. И нам сейчас нужно посчитать, сколько петель будет в самом длинном ряду, сколько мы будем набирать их. 27 сантиметров умножаем на 1,8, и у нас получается 48,6. Давайте округлим до 49. И смотрите, я вот здесь вот для того, чтобы было легче считать, вот это число точно так же округлила до 50 петель. То есть я набирала 50 петель. Теперь посчитаем, сколько нам нужно провязать рядов. У нас с вами окружность 50 сантиметров. Умножаем на 2,4 ряда и получаем 120 рядов. Вот из этой цифры мы сейчас с вами высчитаем, сколько нам нужно сегментов и по сколько рядов будет каждый сегмент. Здесь у меня красивая круглая цифра получилась, и я буду вязать 10 сегментов. То есть 10 сегментов у меня будет в шапке, и каждый сегмент будет по 12 рядов. Вот таким образом я сделала расчеты. И дальше нам с вами нужно распределить набранные петли. Вот самый длинный ряд, 50 у меня петель. Туда-сюда я связала, это 2 ряда. Дальше мы 8 петель оставили, помните, для хвостика на макушке. И будем убирать по 4 петли. То есть каждый поворот у нас будет туда-сюда провязываться 2 ряда. Я надеюсь, это понятно. Всего 2, 4, 6, 8, 10, всего 12 рядов. Вот этот сегмент вяжется. И таких сегментов в моей шапке провязано 10 штук. И исходя из своих расчетов, вы сможете определиться, сколько вам рядов вязать вот этот вот сегмент. Если ваша вязка получится крупной, то вы можете провязать здесь 10 рядов. Если помельче петельки ваши будут, то вы можете провязать не 12, а 14 рядов, например. То есть смотрите вот на эти цифры и, исходя из них, считайте, сколько рядов будет в каждом сегменте у вас. Но имейте в виду, что сегментов должно быть четное количество обязательно, для того, чтобы у нас они сошлись. То есть вот это один сегмент, следующий сегмент у нас вяжется наоборот, да, тут лицевая гладь, тут изнаночная гладь. Вот. Нам главное, чтобы они не встретились, тут два одинаковых в конце. Вот поэтому их должно быть четное количество. Теперь я очень надеюсь, что у меня получится встретиться быстро с девочками и сделать фотографии на них. Вы уже тогда увидите, как эти шапки смотрятся на детках, и определитесь, какую шапку вам вязать, какую высоту выбирать. Я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас полезен. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Всем приятных вязальных вечеров. Пока-пока!